В начале этого видео хочу вам порекомендовать канал Игоря Буторина. Это музыкант, композитор, автор текстов и исполнитель. Здесь вас ждут красивые, позитивные и интересные видеоклипы. Также это будут видео с различных мероприятий, мест досуга и отдыха. В общем, здесь много видеоклипов, много музыки. Ссылка есть в описании к этому видео, кому интересно, подписывайтесь. Всем привет, с вами Полтем, ребята, это видео апдейт новостей по поводу Apple Watch. Они наконец-таки стартуют в России 31 июля после 7 часов утра. Вы можете оформить заказ и получить свои часы. Будьте максимально быстры, потому что я уверен, партия ограничена. Ну и соответственно, чтобы не ждать долго, делайте это все дело быстро. Ну и соответственно, барыгам также придется понижать свои цены, потому что Apple Watch в России будут стоить от 23 до 27 тысяч рублей за версию Watch Sport. Ну и соответственно, те из вас, кто хочет купить часы подешевле, у барыг сможет это все дело приобрести, соответственно, подешевле. Что касается стоимости просто Apple Watch, то это от 37 тысяч рублей до 78 тысяч рублей. Ну и, соответственно, Watch Edition это 660 тысяч рублей и до миллиона. В общем, цены действительно конские, но, однако, людям, которые хотят Apple Watch, это будет по душе. На этом, ребят, можем закончить. Напоминаю, 31 июля после 7 часов утра можно оформлять заказы. На этом все. С вами был Полтем. Если вы впервые подписываетесь на канал, ставьте свои пальцы вверх, не забывай об очках. Пока. Ребят, смотрю на микрофон, он еще не выключен, и сделаю что-то вроде окончания этого видео. Миллион рублей за золотые часы. Ну кто, в своем уме купит часы за миллион рублей? Это новая машина, реально. Кто купит? Тимати, что ли? Вывод денег из интернета на вашу банковскую карту по реальному курсу быстро через обменник kyberobmen.com.ua. Ссылка в описании.